Thank you.
здесь обещать в храме до конца дней их, иметь огни и попечения, и любить ее, беречь, ну, больше, чем себя даже. Вот у тебя есть возможность еще вернуться. Может быть, на тебя надавили, может быть, по каким-то впечатлениям идешь или добровольно по любви. Ну, благословить тебя, да, начинать ваш законный брак сочетание. А, кстати, духовные отцы на это благословение дали. Телесно родства не имеете. Ну,
Oh,
разум единство, и союз любви спрятала нераздельно, и благословив Исаака и Деву, и наследник ее показав своему метованию, станет, яко милостивый человек, любимом еси, и тебе славу восславлен, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Обручайся, раб Божий, чтец Сергий, рабе Божьей девицы Анне, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Обручается раба Божия девица Анна, рабу Божию чтецу Сергию, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Блаженні всі моячі. Rule.
святого апостола Павла. Он мем. Братья, мужие, любите своя жены, яко же и Христос возлюбив церковь и себе предати за ню, да освятит ю, очистив банию водною глаголом, да предоставит ю себе славну церковь, не имущу скверны или порока, или некое вот таковых, но да есть свята и непорочна. Так должны суть мужие, любите своя жены, яко своя телеса. Любя его свою жену, себе самого любит. Никто же Бог, когда свою плоть возненавидит, но питает и греет ее. Яко же и Господь церковь, яко плоди есть мы тело Его, от плоти Его и от костей Его. Сего ради рече оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будет оба в плоть едино. Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и Церковь, обаче и вы по единому кошту свою жену сице да любит, яко же и себе. Премудрость Божья. Псалом Давидов, аллилуйя. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. От Иоанна святого Евангелия чтение. Слава тебе,
Господу помолимся.
стыдный, мирный и добрый ответ, еже на страшнем суде Христове просим. Единение веры и причастие есть живот наш Христу Богу предать. Yeah.
чашу, спасения Риму. Небо, Господи, призову. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
зависть и храв за них, раба твоего сего щеца Сергия и рабу твою сию Анну. Благослови входы и сходы и умножи во благости живот их, восприими венцы их во царствие твое, не скверный, не порочный и ненаветный соблюдове начальники отцем и с пресвятыми благим, и животворящий духом ныне и присно, и во веки веком. Послушайте, чада, да скажу вам, что есть тайна христианская, и как жить и вере Христове. Первый всего имейте, чада, страх Божий в сердцах своих. Да того научитесь и Бога боятесь. Все вот чада заповеди Божия, еже любите Бога всем сердцем, и всей душею, и всем разумом, и всей крепостью своею. Все первая заповедь, подобно же сей и вторая, еже любите ближнего своего, аки себе. То же чадо ближний нас, то есть всякого христианина, живущего в вере Христове. Аки же чадо будете кротцы и смиренни. Господь борече, блаженни кротцы, яко ти наследить землю. Кротость бо есть мать и мудрости и разуму, и всем добрым делом. Так же чада соблюдите чистоту душевную и телесную. Муж от жены, а жена от мужа не соблюдите. Так убо и прежние мужи и жены, чисто пожившие непорочно, святи выше и угодивши Богу, на небеса приселившися. Так и вы, чада, поживите законно. Среду же и пяток чтите, табо суть два ангела Господня. Воскресенье же Христово имейте честно, то есть свято вельми, не сотворите блуда и отнюдь блюдитеся. И святые праздники добрые чтите, к Церкви Божьей приходите, в те дни добрые упражняйтесь на молитву. Еще же чадо будете милостиве, яко же и Отец ваш Небесный милостив есть. Подавайте милостыню от своих праведных трудов, отдавайте милостыню с любовью по силе. Аще богат еси, то больше подай, аще любов, то по силе подай. А всякому христианину повелено есть десятое от прибытка своих дать и Богу. Отца духовного к себе призывайте почесту, да с ним спрашивайтеся, да то и вас чадо наставляет на все добрые дела, ежелепо христианам творите. А к нему любовь и веру держите неоскудну, и ты, братья и сынище Сергий, жену свою люби. И не гневайся на ню, а ежели не слушайте нас, не наказывай с любовью. Учи, ты же сестра и чьи Анна, мужа имей во всем честно и бойся его, и во всем честь воздавай ему и повиновение. А с ним всегда спрашивайся о всяком деле, понеже глава есть тебе, яко же глава крест на церкви, тако же глава муж жене. Яко же повинуйся церкви Христу, так и достой повиноватись и женам, мужем своим, а не пререковать им на послушливом быть, понеже послушливым Бог подает честь и славу, а не послушливым горькую муку. Да не будет чадо тяжко, еже быть и послушанию своего мужа. Будет чадо тиха и смиренна, и кратка, и весела, обычаями и кроток. И до сего чада моего наказаний слушайте Господних словес. А сия словеса приимите, то будет милость Божия на вас отныне и до века. И будете долголетни на земли, и на небесе у Бога прославитеся, и Царствие Его Небесному причастницы будете. Почитесь, чадо, заповеди Божией соблюсти,
ежели кух вам отмало наказания. А сили же, а сих не родите и не слушайте нашники Божьих заповедей, то аз не виноват буду о сих пред Богом. Вы же примите по делам вашим день страшного суда. Богу нашему слава и ныне и присно и во веки веком.
просили у Бога и мира, и любви, и благодетия, и счастья. Если вы не будете забывать эти слова, то, как Господь сказал, будьте долголетни и счастливы. Приведите друг друга. Ну и первый семейный поцелуй. Помните, как бы не был прекрасный букет цветов, он со временем увянет. Так же и жизнь человеческая, к сожалению, проходит. Заканчивается, дай Бог, чтобы вы были многолетны, чтобы были счастьем, и чтобы дольше цвели, когда лет цвели. Простите, ради, что-нибудь там, дай Бог здоровье. Поворачивайтесь к молодым. Новобрачными нижайший поклон родителям за такую красивую молодую пару. Много лет вам. Дорогие, новобрачные, поздравляем, чтобы вы сохранили все те благословения, сегодня получили, приумножили их усердием вашим, вашими молитвами, терпением друг к другу. Господь поможет, а вы старайтесь. Все, матушка. Слушайте, как это сказать, напутствие давать, а жена должна тоже слушать.